А? О, вот проект, да. Сразу подключились. Молодцы, у вас 5 минут, ждите. Здравствуйте, коллеги. Номинация «Крауд технологии». Меня зовут Виталий. Со мной коллега Юрий. Значит, представляем следующий проект. Только что мы закончили прототип краудфандинговой платформы, на которой агрегируются соучастники, готовы поддержать проект своими навыками и собственники оборудования, которые готовы предоставить для реализации конкретного дела. Простыми словами, каждый проект делится на определенные задачи, под которые подбираются люди, необходимые навыки и оборудование, необходимое в реализации. Механика площадки. Проект состоит из последовательности необходимых дел. Каждый участник заполняет карточку с информацией о стоимости и стоимостью о своих навыках и оборудовании, которое он готов предоставить. На основании этих данных платформа формирует методом аукциона список потенциальных участников и вещей под каждый проект. Таким образом, мы получаем участника и оборудование проекта по минимальной цене с рынка. Далее включается механизм привлечения сторонних средств на оплату использованного исполнения конкретного дела в проекте по минимальной аукционной цене. Как это выглядит приблизительно? Это главная страница. Регистрируются соучастники, которые готовы каким-то образом поддержать свой действенный проект и собственники оборудования. Интерфейс административной панели, где с левой стороны мы видим проекты, которые требуют необходимой реализации конкретного дела. С правой стороны соучастники, которые обладают какими-то компетенциями, например, кранчик, оператор, программист. И ресурсы, которые готовы предоставить пользователям. Питон, камера, платформа, движок для сайта. Далее. Переверни, пожалуйста, на другой слайд. Чуть ниже. Платформа распределяет по компетенциям под каждый проект. Ниже. И выше подними. Да, на второй слайд. Выше. Здесь на примере проекта съемка фильма о монастыре, где для того, чтобы сделать проект, необходима съемка, сведение звука и монтаж. Система распределила участников и владельцев оборудования таким образом и оценировала их на аукционе таким образом, чтобы мы могли видеть наиболее минимальную цену, которую мы можем привлечь инвестиции или краудтехнологиями с рынком. То есть, допустим, чтобы реализовался какой-либо проект, допустим, на самом деле слайд. Примеры, допустим, у нас есть 5 программистов и 5 движков. Система аукциона распределила их с минимальной ценой, чтобы владелец проекта мог понимать, где он может заказать подешевле услуги и товары, чуть ниже. Это приблизительно расписан процесс создания проекта интернет-магазина, то есть самые минимальные ставки услуг и товаров. И там, итого нужно собрать ориентировочно 14500 рублей. Это презентация. Сейчас мы постараемся показать прототип, который мы уже сделали. Каким образом? Возможность подать проект, выбрать конкретные дела, которые нужно сделать для этого проекта. Программист, менеджер, дизайнер. Описание на подачу. Широки, здесь мы можем подключить и обучение людей, чтобы они необходимыми навыками обладали, и инвестиционные возможности, чтобы можно было проинвестировать в конкретное дело или реализации конкретного проекта, чтобы он там вырос, например, вот, и был там, в большей цене. Открытость платформы, то есть мы видим, как платформа развивается и как она привлекает деньги и людей, и оборудование.
есть что добавить? Ну, в принципе, каждый человек, который подает заявку на участие в краудфандинговом процессе подъема проекта. О, да тут как раз 5 минут закончилось. Аплодисменты, ребята. Дорогие друзья, ваши каверзные вопросы. Дальше что происходит? Такой вопрос. Вот закончили проект, вложили все деньги. Да? В дальнейшем проект совершили, как с этого люди зарабатывают, деньги вкладывали, как они их возвращают, кто за этим следит. Или мы вместе собираем их всех. То есть есть система, где, грубо говоря, вы можете нанять себе специалиста, он там, не знаю, приедет домой, починит себе телевизор, возьмет себе денег, уедет. Здесь все понятно, да? А здесь вот вы собираете на проект на общий. Вот проект произошел. В дальнейшем как вы будете? Смотрите, на данном этапе проект предусматривает, что это будет действительно краудфандинг в том, что люди жертвуют своим, может быть, временем, своими деньгами на благие дела. Дальше, когда проект перерастает в более дорогие проекты, да, где нужны там сотни тысяч рублей, там инвестиций каких-то, ну, таких маленьких, да, конечно, наш проект уже берет на себя обязательство заключать договора непосредственно с проектами, которые в этом участвуют. И дальше уже сам ведет, будет брать на себя, скажем так, административные функции, юридические, вести вот эти все дела, проверять, соответственно, уже давать вознаграждение тем, кто участвует со стороны работников, заинтересованных. К тому же тема инвестиций настолько широка, да, вначале она была у нас в проекте, вообще предусматривала, что люди могут поработать бесплатно, все это будет отслеживаться, что они сделали, и в конечном итоге получать какой-то процент свой минимальный. Ну, в зависимости от вклада в проект. Может, доля компании. Какая-то доля в компании, пускай она мизерная, но, грубо говоря, если он сейчас может поработать, получить за эту работу 10 тысяч, да, сейчас он не получит, но то в следующем году при успешном, так сказать, старте проекта он сможет получить 20 тысяч в год, да, и на следующий год тоже 20, да, просто там уже ничего не делая или дальше продолжая развивать что-то, да. Опять же, это модель такая, которая еще требует изучение, тут, возможно, много ситуаций, под какие-то ситуации, возможно, одни модели, под какие-то другие. Вот, вопрос, мы хотели сделать гибкую систему, и вот ее старт пока вот такой вот, да, когда мы ведем проект, говоря, 100 тысяч, да, там, плюс-минус, отладив вот эти все дела, да, найдя там менеджеров, дальнейшие этапы, это привлечение уже экспертов, которые на проекты, грубо говоря, миллионы больше, на блокчейне, они смогут все это анализировать. И говорит, что да, вот этот проект стоит столько-то денег. И инвесторы будут знать, что проблемы, эти деньги, которые они дадут, человек, они дадут не просто кому-то, который едет потом на Феррари делать, а эти деньги проверка компетенции, потому что он поддержание, кстати, непрерывного поддержания. Очень хорошо фиксироваться, отслеживаться.